Антисанитария, пыльные дороги, проезжающие мимо машины. Это нисколько не помешало местным торговцам продавать прямо на улице готовую еду. Жителей города Джалалабад такое положение дел не совсем радует. По их словам, продукты, продаваемые на рынке, опасны для здоровья. Сейчас очень много торговцев, которые, приготовив еду дома, приносят сюда и продают. Сами подумайте, за время переноски сколько микробов и бактерий могут попасть в эту еду. Особенно в теплое время года это очень опасно. Санэпидемстанции необходимо контролировать такое безрассудство торговцев. Ежедневно сотрудники санэпидемстанции в сопровождении милиции обходят рынок, дабы проверить, не нарушают ли торговцы санитарные нормы и правила торговли. Во время проверки рынок в буквальном смысле принимает другое обличие. Однако после окончания рейда ситуация повторяется. Я вот уже 3 месяца с ними борюсь, а результатов никаких. В то же время у меня нет права запретить их торговлю, так как для этого нужно специальное постановление. Согласно санитарным нормам, готовая пища должна храниться в стеклянной посуде. До сегодняшнего дня торговцам выдаются предупреждения. Однако, несмотря на это, нередко можно встретить людей, готовящих еду для продажи под открытым небом. Здоровье населения в большей части зависит от продуктов питания, которые они употребляют. Именно поэтому необходимо разработать законопроект, запрещающий торговлю на улице. Мерим Кубанычбеккызы, Эльчибек Штобаев, новость Ошпирим.